Здравствуйте, Лена. Это видео про ваш объектив с заново наклеенным новым одуванчиком. Вот, посмотрите, одуванчик наклеен. Специально закрепил его еще на эпоксидную смолу. И между вашим переходничком и кольцом диафрагмы надел вот такое вот резиновое колечко, чтобы у вас диафрагма не выскакивала. Теперь смотрите, очень аккуратно. Средний контакт одуванчика совмещаем с белой точкой на камере. Очень аккуратно чуть-чуть поджимаем внутрь и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Как видите, все опять запрограммировано. Фокусное расстояние 58, диафрагма 2 до 16. И в обратном порядке точно так же. Нажали стопорную кнопочку, аккуратно повернули до цифры 16 и очень аккуратненько вытащили. Как видите, одуванчик целый, невредимый, все контакты целенькие, подпружинивают. Очень аккуратно обращайтесь с одуванчиком, он прослужит долго. Спасибо за внимание.